Рыбу. Кушайте фулбафы. Геру давал. ДК берешь белую, танчишь крестик. Запомнил. Все. Весь рейд берет темную, мы лок с тобой опять берем белые. Только сейчас прикрывай правильно. Так. Тут, по сути, одного человека хватает. Что отсчитали тит от альянсовского, там похуй. Не скажи. Бывает иногда очень неприятно летит рчанапу. Останьте все в метку, пожалуйста. Фу, все рассосались как сарделька. Просто в треугольник встаньте все, пожалуйста. Кто у нас не готов? Что не хватает, Хан, тебе? Квадратик. Синий квадрат. Синяя метка, квадратик. На полу стоит. Вам нужно в ней стоять. Дилька, что тебе не хватает? Пиздюлей. Видимо, так. Но это не точно. Вопрос остается открытым. Ладно. Один не зарешает. Так, отчет. Пять, четыре, три, два, один. Пул. Во имя темного повелителя, во имя короля лича, вы умрете. Зашибись. Прохиливать тех, кто на сферах, как бы тоже надо. Ну, это общая информация. Вот у меня сейчас одна рандомная сфера залетела, и я просто сдох. Зашибись. У всех сейчас лагает? Да. Нет. Минус Лёля. Договор близнецов. Белую взяли, пробили. А чё танк, который анонсе должен был, молчал? Не успеем. Перебежали. Да это бессмысленный трай. Падайте сразу. Жень, обнимемся. Сейчас что-то лагало, пиздец. Я не знаю, у меня сотка. Меня просто сложило. Ну, бывает, это Сирус, вы не забывайте. Пинг сотка главное, а пролагала секунд 5, вот с пула, когда ты сдох как раз. Я смотрю, еще свет с небес нажимаю, полоски каста нет. Потом она что-то, ну, пиздец, лаги были, короче. Это Сирус, там что-то они даже написали. Пиздец, первый раз такую хуйню вижу. Может, кто-то и ВК пошел тратить. Да хрен его знает, о чем. Может быть, все что угодно. Это же Сирус. Поставил Джекс и чинитесь. Рыбку. Это заклинание еще не готово.
вообще? Кому чего не хватает? Варкрик на АП. Ну, чё-то пошёл. В кучку встаньте. Четыре, три, два, один. Варп, кричи на АП. Я знаю, я перед боем кричу. Валитра, ты сейчас откинешься, блядь, в самом начале боя, ты вообще без сферы. Ебать, инвалид. Сальву по вару отдай, я сейчас сдохну. Минус маг. Ага. Я тоже посмотрел. Прохиливать. Спецспособность 8 секунд. Ну, зашибись. Вы а тут лагает, что не хилите. Да ладно. Берите. Светлую еще взяли. Светлую взяли. Хилить не пробовали? Переезжали к темной. Сменили на темную. Темную взяли. Прохильте. Перебежали к белой. Геру когда даже скажешь. На тебе. Как бы Гера, если для вас вообще-то сдата уже. Пизда, где Агр, блядь? С руки ударила. Это к ДКшнику вопрос. Не, мы так не пройдем. Все, вы пройдете. Блять, 5 хилов живых. Бейте! 5 живых хилов. Что вам еще нужно? Зачем вы накликаете? Хорошо, хотя все кипят. Тихо. У нас БР есть, меньше вроде как. Скиньте БР. Рестор друид по локу. Кот по коле. Макс, давай. Сова по второму магу. Угу. Зашибись. Сложила. Договор близнецов. Белый взяли, пробивайте. Ну, сбейте шкас. Сбивайте. Перебежали к темной. Массы в жизни сдавай. Лок прикрываю. Бьете крестик. Спецспособность 7 секунд. Антихрист, давай гимноману. Ставь тотем гимноману. Спецспособность. Не, взяли черную. Берите темные. И бьем череп. Давайте пенеж будете пиздить. Пробивайте. Прикрывай. Пробей, сбили, каст. Перебежали. К белой. У всех должна быть темная. Бьете череп. Спецспособность 6 секунд.
Темная воронка должна быть у всех взята. Лока засейвите. Лока сейчас прохиливайте. Масс сейв. Лок, бери белую, лови темные. Врейд летит. Меня автоатакой босс убил просто. Ну это ДКшник, опять же, проблемы, вопросы. Тут а ничего, мы можем взять. Тихо, добивайте. Добивайте уже. Спецспособность 2 секунды. Отдай пригу за страдания. Угу. Две приги, как всегда. О чем и был разговор. Угу. Да, прикольно. Но ты, Вар, такую хуйню знаешь, скачай, Омен называется. Тогда сдыхать не будешь. Я вижу Омен. Ну так нахуй ты, блядь. Я кричу, блядь, в ебучий голосовой чат, чтобы мне дали сальву. Так они не слышишь этого или что? Сальвы-то не бесконечные. Меньше орите как раз таки. Я вижу. Вы понимаете, что вы чем больше орете, пытаясь перекричать друг друга, тем хуже. Да потому что он хуйню несет, типа. У нас пиздец. Не ругайся там, сейчас женщина. Ну, смылся и смылся рестор-друид. Не хочет оно бы хилить. Если вы не верите, что отхилите в 4 хила, могу спекнуться. Да, конечно, спекайся. А ты что, сова или кот? Я рестор-шаман. На товар. Могу быть рестор-шаманом. Просто понимаешь, из паладинов, кто кидал сальву, я тебе две кинул, потом боб еще въебал. Ты говоришь паладинам, киньте сальву, танку похуй, наверное, он не кидал, а другой ретрик, ну, у него, наверное, и этих панелей нету, блядь. И он еще не знает, что такое сальва. Ты видел, кто кидал тебе сальву вообще? Так если ты видишь, что к танку подходишь, типа 100% набрал, стопнул, все, тебе никакие сальвы не нужны. Зато ты бы не сдох. Хотя ты и так на втором месте, так что похуй. Ну типа, ну в нормальных гильдейских рейдах так не делают. Есть сальва, нет, ты все равно стопаешь. Нормальных, братан, нормальных рейдах полы отдают сальву. Не, ну они отдают сальву, но в данном случае... А тут не отдают. Те тебе не отдали, Пал, они подумали, что нахуй надо. Да, может, они не знают, что это такое. Имеешь дело с... Давайте вы будете меньше болтать, пока я реально всем голоса не подключал. Вот закончится рейд, хоть обосредись. Тут рыба. Можете друг друга... Ешьте. Рыбу ешьте. Сейчас он малиновый зайдет на ресто друида. Оля, поставь шкаф. Тыкните.
Вот вам ресто друид. Один ушел, другой пришел. Фулл бафа по нему прокиньте. Кто хочет позаниматься сверками? Штук 5 лужек разлить. Ханты, давайте, позанимайтесь этим. Штук 5. Лужи разливаете, долбите босса. Да я один смогу разлить все. Все, без проблем. А я, короче, получается, сейчас я 3 сверху над боссом разбиваю и туда бегу к этому озеру. Там... Ну это ориентировочно, смотри. Вот, грубо говоря, понял, в идеале трусы. Грубо говоря, где-нибудь печеньки, одну именно над боссом. Плюс-минус, то бишь, вот в этой хренотени, где он стоит в кругу. И здесь вот можешь ромбик, звездочка ориентировочно, и, соответственно, крестик можешь также разлить. Лужи разливаются для того, чтобы на второй фазе, когда босс взрывается, спрятаться за этими лужами, дабы вас не убило. Кого выбирает, соответственно, прячетесь за этими лужами. ДК, по идее, тебе надо танчить босса, так как жуки тебя сожрут. Чтобы тебе хорошо держать агро босса, тебе нужно спамить в него ЛПшки. ЛПшки можно спамить как можно больше. Кровоотвод тебе преображает твои руны в руны нечестивости. Ты можешь спамить больше ЛП, чтобы у тебя не слетало агро. Я просто еще не знаю, что сказать, когда... Потому что агро, паладин, когда агро держит лучше, чем ДК, это плохо. Еще раз рычи на пул. Пусть на пуле просто все, хантов хватает. Арор, ты тоже на пулюш, хант свободный на пулюш в ДКшника. Все готовы, отчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, пул. Сферу ставь на нее. Сферу заводи на лужу. Он, видишь, слева. Белая такая на полу. Лужица. На тебе нужно боссу туда завести. Свичнули жуков. Женя, метки расставляй. Гнев небес. Так сильно врываться не надо, умирать, чтобы... Как бы тратить БР просто так не есть хорошо. Сейчас все 3 БР без КД. Рестер Друид, Зин, БР Вара. Уже жуки идут новые. Собирайте. Женя. Ау. Череп поставь. Заливаем жука. Звездочку лейте. Залили жуков. Прохиливаем танка. Зашибись, минус танк. Залупа, это шипы, что ли? Тех убили. Это не шипы. А чё, минус 5 тел сразу? Перед зарыванием босса отводить надо. Да это залупа, не надо ничего отводить. Блядь, это не надо отводить, это жуки сожрали. Потому что у нас, соответственно, нарубов бьют вот такие. Одного шаклить надо, дальнего. Не всегда. Убивается, потом второго будем забирать. Не то, что меня двоем будет пиздить и убивать. А чё, бегаем-то, ложимся? Падайте, ложитесь, ложитесь. Макс, будешь шаклить одного дальнего. Вообще их можно успеть же не залить. Просто их не лили. Я тебе уже показал урон нарубов. Есть еще такая хуйня, типа рядом на луже ставить, ну, второго. Давайте еще падаем. Типа, чтобы не шаклить. Нет, Макс будет сейчас шаклить. Но их не заливали, просто-напросто, вот и все. Ну, типа, у нас больше половины рейда вообще нарубов не били. Ну, 100 тысяч. 100 тысяч нарубов, как бы, это вообще говно.
Просто не трогать их, как бы, и стоять ждать, пока они сами сдохнут, но это вообще не вариант. Типа, если шаклить, то необходимость второго танка отпадает. Что, может, тогда паладин потанчит? Ну, у нас у ДК есть спик. Я не уверен. Просто. Плохо АФК постоит, но он нереально хуёво делается. Давай, пусть ДК, ДК по одному мобу тянет. Женя, ты босса танчи. Пусть лучше так будет. Макс, Антихрист, дальнего наруба шаклишь. Раз у нас люди не хотят их заливать. Рыбу. Просто, ну это реально говно урон был. Там ниже 10 места, там идет 150-100 тысяч. Это вообще прям ни о чем. При том, что люди, которые может, могут дамажить. И почему-то на предыдущих боссах вы дамажили, а здесь вы решили поигнорить. То, что надо заливать. Хотя это все очень быстро заливается, и проблем с этим нету. И не возникает. Готовность. Блин, на вакансии повесь СС. А этот ДК даже, ты ему не говорил, жуков танчить, он просто хуй пинает, бегает, да? Нет, у нас должен был в Акате танчить жуков, он их и танчил. А ДК танчил босса, должен был танчить босса. А-а-а. У нас там по полученному урону. Ну все правильно. Сейчас будет ДК танчить на рубов. ДК ближнего не рубай к себе, сразу грипаешь второго, Макс, ты шаклишь. Готовность на пул. Все ставлю готовы, отчет пошел. Ставлю штуку голды, что ДК грипнет моба в шакле. 5, 4, 3, 2, 1, пул. От босса сейчас разобьем. ДК ближнего тянешь к себе звездочку. Угу. Не надо звездочку тянуть. Пиздец, блять. Он специально похож. Почему не руб? ДК, ты реально долбоёб, куда ты его ведешь? Почему Вакати танчит под босса на рубом, которого ты должен был танчить? Забей хуй, пускай так будет. А ты теперь еще выводишь, если их держать не на луже, они закапываются. Теперь веди под босса второго наруба. Ты реально как специально, если ты сейчас так дальше будешь продолжать, я тебя просто нахер кикну. Потому что от тебя получается толку ни хрена нету. Второго наруба залили, новые нарубы появились, Макс, зашакли дальнего. Агро. Босс зарывается. Второго наруба бьем. Отошли все от этой лужи. Заведи его же на лужу. Хотя эту лужу сейчас зарут. Отойдите от нее все. Все, заливаем мобов. Ворит на тебе. Хант, еще разлей, там, где изначально босс стоял. Бегу. Угу, спасибо. Все, больше пока что не надо. Прячьтесь за лужами. Антихрист.
Жень, заведи там же, где босс стоял. Туда. Все под жопу боссу. Всех жуков под боссу. Макс, опять дальнего шакли сейчас. За шакли правого дальнего. Наруба, забери левого ДК. Все, под босса его, под пузо веди. Через Нарубу кливаем. У нас босс вообще ложиться не будет, да? ДК, может ты Нарубу на себя заберешь, агро, как бы? Я Далара танчу Наруба. Спасибо. Второго Нарубу тяни. Залили Нарубу. Шакл. Че с ДПСом, люди? Залупа с ДПСом. Я вот и смотрю, что-то залупа полная с ДПСом. ДПС ведь разучились квесту. Все смотрят. Добили грубо. Ну, хренью надо тогда перестать страдать и надо бить, потому что 30% это хрень. Мы снесли. Полная хрень. Ну, у нас нет проходного. Вот прям сейчас нету. 3000 даёт. Наруба. Ой, бля, это протопал. Это протопал. Дилька это кто? Сават 3000. Ну, это хант, который сбивает сверки у нас, как я понимаю. Ну, он типа 3000 это должен давать, если сверы сбивает, да? А нахуй их вообще сбивать? Звездопад дал и все. Сейчас уже звездопадом можно. По центру. А у нас еще сейчас и сдохнет человек, бежит, потому что и сейчас остальные сдохнут. Зачем было бежать туда, где нету даже сфер? Ответьте мне, пожалуйста. Ну, блять, стопудово нет проходного, потому что 132 тысячи я убил. Под Берсу. Берти Лока. Тут 115 тысяч. Играем. Ну я типа заранее говорю. Ща объем если. Это Берса вайп, я тебе заранее говорю. Можем на 1000 голды поспорить. Давайте не это. Хрень не я уже выиграл. Не знаю, с кем ты играл. Бейте Нруба. Кливайте через него босса. Наруба. Второго тени Наруба ДК. Залили. Чисто сейчас в Нарубу сыграли. ДЦ. Правого шаклишь. Макс, левого. Второго тоже зашаклите. Или же не забери его. Набили Наруба. Второго Наруба пьем. Тарфоуса воздай. Позбивай этот сверки сверху. Лёля, на тебе. Оля, забегай на лужу. Угу. Стан под Нарубу сдайте, чтобы не закопался. Дикуль, на тебе. Что, можешь Берри раздать? Зин, Бейрит Фара. Кот, Бейрит Лока. Лока, притом я уже давно просил пробейрить вас. Заводите Ануба на лужу. Шакл. Макс, шакл дальнего.
Можно, конечно, сейчас попробовать прогустить босса и заливать. У нас 2 минуты до берцы. Угу. Просто остальных шарклить надо. Покаяние дать. Давай забурстим. Бурстите в босса. У нас вначале много людей ебланило. В теории мы можем это пройти, если люди ебланить не будут. Холи и ДЦ. Законтрольте шаклы. Ясно. Типа вот на этом выкапывали. Надо всех шаклить, чтобы не играть. Тогда успели. Ну мы бы и раньше бы успели. Но тут все равно сейчас... У нас вначале люди много хренью страдали. Что, падаем? Падаем. Вначале меньше ебланьте, больше урона вливаете. Убить можно. Может, если не страдать херней. Может, без хэпала захилят, я бы подамажил. Но тут хэпал не нужен. Че, давай, спекнись. Спекнись. Ты все равно не можешь держать. На процентов. Ну зато тогда нужно будет шаману какому-то не ебланить, танка не проебать. Ну, в принципе, мы будем стараться быстрее сливать. Морфин. Я думаю, это справишься, морфин. Главное, чтобы шаман. Будем надеяться, что справится. Может, она встали, побежали. Волной тыкает. Да, у хантов ДПС вообще что-то, блядь, непонятное какое-то. Давай ты под сферу поставишь, похуяришь, я буду в босс. Да вы забей оба, хуй на сферы. Подожди, вы оба хуярите по сферам? После оба, я один. Ну у вас оба их, у одного 3.9, у другого 4.0. Тут обычка, блядь. По сферам вот вам урон. Хан, ты можешь по сферам играть, когда босс закапывается. До этого бить босса спокойно. Он закопался и пошел разбил сферу. Да, все. Надо хуярить ДПС много в босса. Всем стараться. Сферы всегда можно разбивать сами тогда. Да забей хуй, сферы разобьют, блядь. Че, в рейде дауны, что ли? Давай я на сферах поставлю, окей? Тихо. Замолчите уже. Вы дохуя пиздите, реально. Чересчур дохуя. Не заметили? Потому что вы болтаете реально больше, чем я. У меня такое чувство, что я вам мешаю. Я вот каждую неделю хожу, и каждую неделю одни и те же разговоры. Это не проходной ДПС, не хватает ДПС, мы не убьем, и каждую неделю убиваем. Просто больше, меньше нытья и больше делайте то, что требуется. Люди то ли тупят, а трейд третьему так трая перестают, или что происходит? Классочки попробуй себе выпить. Говорят, что помогает ДПС, там, я не знаю... Все готовы, отчет пошел. 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Пул. Бейте в босса. Заводи на лужу. Одного зашакли, Макс. Слену руба. Агро. Сова, выйди на центр, сдай Старфолл.
Второго нуруба Тенидека. Антихрист шаклит с ромбика. ДЦ второго зашакли. Ясно. Поздно. Забивайте на рубов. Вторых постоянно так будете шаклить. Босса пока что играете. Отводи, Жень. Наруба. Добили. Сбивайте сверки. Сова, я тебя не увидел, Старфол, а сферы вообще ни хрена не сбились. А у нас сейчас люди будут вздыхать. У нас человек в рейд убежал. Дайте боб. Дал боб. Беги быстрее на лужу. На лужу, на любую забегай. Сейчас уже сдохнешь. Красавчик. Офигенно, прям, конечно, сбиваются лужи. Есть кому боб кинуть? А, ясно. Надо мной лужа. Зашибись. Сова, БР, ретрика. Вторая группа, ретрик. Сова, нужно повернуть. Спасибо. Заливаем мобов. Фулл бафы по ретрику сдайте. Заводи на центр. Или куда там, на лужу рядом. Сливаем. Убирайте пока по боссу. Первых мобов сейчас макс. Шаклишь левого, ой, правого. Левого сливаем. Залили наруба. Вторых обоих шаклите. ДЦ ты левого, соответственно. Антихрист правого. И будем играть чисто в босса. ДК второго наруба тяни уже. Нарубов сейчас шаклите. Зашаклите. Ясно. Босса. Сова, Старфол на миде сдай, чтобы все залилось. Сырки разбивало. Залили одного наруба, второго заливаем. Агро. Лок, зайди на лужу. Нету бопов, зайди на лужу лучше. Наруба добили. Сырки позбивали. Который может... Забиваем, продолжаем мобов. Рорт. Сейчас вылезать уже будет. Ханта прохильте. Блять. Зашибись, зашибись. Зашибись. Полминуты, БР. Я вижу. Минус 3 человека, полминуты, БР. Красота. Скажи, кого поднимать, я подниму по откату. Воида надо поднять, Рорту надо поднять. Но мы не успеем перевести. Паладин, у нас поднимай. Столько шаклов нету. Паладин, вставай. Покаяние нужно по правому сейчас скинуть. И Холи Приз тебе одного зашаклить. Следующих выходящих. Но мобы уже вышли. Женя, забери.
Ну, сейчас мобы не контролится. Залейте на руба под боссом. А нахрена бернули ДКшника, если я сказал Рорту? Зачем нам второй танк сейчас нахрен? Заберите второго моба. Сверки морозные позбивайте. Нас очень мало. ДК, ты сейчас опять отъедешь. Угу. Лёля, беги. Еще одного моба освободите. Прохильте шамана. Сбивайте сферы. Не туда бежите. Соберите агро. Жука последнего залейте. Есть бог кого-нибудь? Нету. Минус еще один. Охуенный боб. Угу. Я сказал вам изначально, что у нас нету бобов. Их уже сдавали. Ну, все понеслось. У нас ни одного хила. Падайте. Может, перед последним закапыванием сдадим герла, чтобы ДПС перевести хватило. А там убьем как-то уже. Тут надо, чтобы люди бегали, тут надо, чтобы люди бегали как не ДСПшники, а как нормальные люди. Ну и да, да. Типа, можно босса отводить к, ну, к паутине, чтобы рейд... Не обязательно. Тут проблема... Ну, я понимаю, что... Ну, не в этом проблема, понимаешь? Проблема в том, что люди не умеют бегать. Проблема в том, что вы сейчас опять много болтаете, и я вам нахрен реально микрофоны подключаю. Разговорчивые вы. Последний трай, надо уходить. Проводили пятая пати. Последний. Сейчас так и так ласт трай. А, ну хорошо. Просто такое ощущение, что людей 10, наверное, здесь не были, вот поэтому мучимся. ДПС говно, если честно, у некоторых. Да, он как бы проходной, но должны все сделать почти идеально. Убить можно при желании. Но людям нужно меньше тупить. Да здесь по одному рекаунту видно, кто здесь все правильно делает. Каждый трай одни и те же люди. Ешьте рыбу. Просто чувство такое, что реально вот все, кто ниже там, не знаю, 12 места, просто не понимают, что здесь делать. Даже ниже 10-го. Отчасти. Реально. Смотрят и не понимают, что здесь делать. Когда я просил бернуть рогу, как бы бернули зачем-то ДК танка, который вот вообще ни хрена там не нужен был. То бишь команда на БР была дана, и дана была команда бэрить кого определенного, но бернули зачем-то нахрен вообще не того. Сова, к тебе, это к тебе вопрос, как бы я тебя там просил бернуть. Нахрена ты его бэрил? Охренено, ты меня не слышишь. Где антихрист? Антихрист.
Ошибись. Он что-то писал? Потому что я не вижу. Сори, тут сейчас захожу. Спасибо. Съебываться без всего как бы охрененно, как искали последний пул. Я про последний пул даже ничего не слышал. Нет, не перерыв. Пробафайте, перестань. На пул. На вакате. Окей. Отчет пошел. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Пул. Звали. Люди не хотят сбивать, собью сам. Ну, роба. Свичнулись. Кривом заливаем босса. Второго на роботе Нидека. Сейчас Макс левого шаклиш с Ромбика. ДЦ правого. Агро. Вторых обоих шаклите, просто играем в босса. На переходке их зальем. Надо быстрее лесу депостеля. Зашибись. Зин. Сова Берн Вара. Сова Вара крестик на нем стоит. Нужно бернуть. Угу. Нырубов, зашатлите. Играем сейчас в босса. Помрет сова сейчас. Залили Ныруба. Не обоих надо сбивать. Нахрена вы сами сбиваете, как бы, да? Мои ботанки сами снимут, когда надо, шакла. ДК заведи на лужу. Второго мы руба добили. Собирайте мелочь. Зин, БР, Люлю. Фу.
фулл баф и сдали попавшим. Просто так сбивать самим шаклы не надо. Есть мнение, что это плохо заканчивается. На уже забегаем. Заводим. Заливаем под боссом. Одного Неруба притяните, заливаем. Вторых надо обоих шаклить. Через босса заливаем. Второго Неруба тяни ДК. ДК забери второго Неруба. Обоих сейчас шаклите вторых. Сейчас Неруба быстро залили. Обоих Нерубов зашаклили. Добиваем этого, бьем босса. Зачем расшаклили? ДК. Заберите. Неруба. Сава Старфул. За ней. Позабивай сферы. Отойдите все из-под шипов. Второго Неруба бьем. Мобов мелких собери ДК на себя. Не надо просто так бегать. Шипы. Забегайте на ушку. Зашибись. Бэйр, последний, сдайте по локу. У кого Бэйр остался? Вылез Ануб. Заводи на уру. Сейчас обоих шаклите. Мобов. Играем босса. Наконец-то. БР. Через 30 секунд подъехал после моего сказанного уже. Одного Неруба под босса притяните. Залили его. Второго Неруба тяни. Следующих обоих шаклите. У нас времени еще хватает. Второго тяните. Зашаклили. Ясно. Агро. Зашибись. Просто чума. Станы сдайте в Нерубов. Сейвы по танкам. Сейчас страдали, честно говоря, херней. Одного Неруба проебали. Вообще, в ноль. У нас нету БРов, минус два человека. Один уже мертвый. Минус один. Неруба последнего добили. Бегайте. Сверки позабивайте. Зашибись, минус воет. Ничего под собой не видите. Забегайте на лужу, Оля. Кот.
Фредрик. Босса. Сейчас обоих шаклите. На лужу заводи. Далеко ты же не на лужу повел. Обоих зашаклили. Играем босса. И также продолжаете шаклить, как зашаклили сейчас. Да хорошо, успеть. Да. Пошлите играть. 3%. Сражались. Я вижу. 2% уже. Больше жуков не будет. Мелков. Я. Да не должно быть. Все, перевели. Шаклите, главное. Главное, шаклы не проебите. Прохиливайте вакати. Остальных на 20% держите. 1.5 минуты у нас есть. ДК танк, может, скоробей этого притянуть под босс? Скоробей, только не этого, не мелкого. Череп я на него поставил, вот этого, скоробей, веретени. Угу, спасибо. На ману и баниги, на антихрист. ДК, забери череп! Пиздец, блядь. Русским вроде языком говорю. Играйте в босса. Меньше прохила по рыбе. И надо хрустеть разной хуйней. Прохильте танка. Остальных на 20%. Те, кто с дебафом, их прохиливаете. Остальных можете так. Пиздец, конечно, блядь. Еще какой? Шамана, блядь. 20 секунд. Нормально, там еще 50 секунд успеваешь. Мне не так показывает. Минуту еще по себе сажать, только не уроните меня. Пока тебе прохилите на фул. Шаман, вот. ГЦ, блядь. И всего-то нужно было. Все, прохиливайте павших. Ой, поднимайте павших, прохиливайте. На тех, на ком дебаф. Добро пожаловать на испытание крестоносцев. Эрил, можешь тебя попросить... тапки, которые на ретрика упали, вот эти, рольнуть, и трофеи, и уходить надо срочно. И потом на это портанусь. Там вроде ничего больше не падало на ретрика, да? Так. Сейчас, одну минуту. Так, давай начнем с трофеев. Каждый трофей рулится отдельно, рульте. Шаман. А, нет, ДК. Деги ДК одна. Следующий трофей. Сейчас я по времени паладин быстро разрулю, то что по времени там, по 18 минут. Лёля. 97. Обмен. На себя поставил. Ну,
Дальше трофей. Рольте. Коля. И HT. Переролльте. HT. Жду лок от тебя, Рола. Не вижу, чтобы он рольнул второй раз. Угу, Коля выиграл. Еще один трофей. Валитра. Последний? И ДК. Нет, это не последний. Валитра и ДК рольте. Рерольте. НДК. Но так как это начал, учтите, в следующий раз, может, вообще никто ничего не отдает. Обмен починки. Еще одна. Еще один трофей. Роллы топовые. 94. Дали обмен. А. Да. Так. Дальше что с первого босса. Кинжал кому-то. Там по времени фигня. Остается 15 минут. Кинжал. Хант. Обмен. Терминатор. Холипаловские тапки, я так понимаю, на офспек кому-то надо. Раз у нас холипал идет на ретрика. Ну, есть такие. Акати обмен. Друидовские тапки. Обмен. Блин, Хапал, как бы жестоко не звучало, ты хотел вот эти тапки, да? Но они, походу, будут анроллом, гильдия просит. У меня один, я писал один анролл не Трини. Я тебя сразу, чтобы не держать, походу. А, ну хорошо, хорошо. Сори. Это анролл. Остальное ролится. Ты ничего страшного. Так, дальше рольте рецепт. Рецепт ролят все. Лучше пока есть профай. Все. Какие там рецепты есть? На кузню, на кожевку? Рецепт. Да, на кузню есть груда. Так, ладно. Ладно, на кузнечка. Ну, сейчас вроде. Прист. Обмен. Фолик. Сейчас сразу разролю рец, чтобы тебя вполне держать. Роль терец. Профу готовы линкануть? Угу. Войд. Изин. Войд, изин. Чё? А, типа еще раз кидать, что ли? Да, рерольте, войд, изин. Вон, наверное, изин. Обмен. Так, дальше пошел. Танковские штаны. Локати.